За последние 9 месяцев с начала текущего года в республике было зарегистрировано 1214 случаев ДТП, в которых погибло 229 и ранено 1751 человек. В Каспийске за данный период было зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 29 человек. В связи с этим по поручению главы города Бориса Гонцова и при поддержке ОМВД России по городу Каспийску МБУ «Зеленый город» провел колоссальную работу по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями технических регламентов и других нормативных документов. «Зеленый город» занимается установкой дорожных знаков. Это дорожная служба. У нас установка дорожных знаков установили 75 штук, замена дорожных знаков 60 штук, разметка пешеходных переходов 5500 квадратов, разметка осевой 2300 квадратов. Также было установлено резиновые и искусственные неровности 2 штуки. Кроме этого, мы занимаемся обслуживанием светофорных объектов. Кроме того, с наступлением осенне-зимнего периода идет работа по созданию безопасных условий для участников дорожного движения в зимний период и содержания улично-дорожной сети на должном уровне. За эти 9 месяцев мы выполнили работу ямочный ремонт дорожного покрытия где-то 800 квадратных метров. Устройство выравнивающих оснований из ПГС 64 кубометров и щебня 97 кубометров. Для работы у нас есть контракты с двумя организациями подрядчики. Это ООО «Хант», а также ДСК. Все работы выполняются по нашему поручению и согласованию, а также по представлениям из ГИБДД, а также по поручению главы города. Работа проведена практически по всем улицам муниципалитета, а именно закреплены скамейки, реконструированы тротуары, дорожная плитка, заменены дорожные знаки. Активная работа проводится и по озеленению города цветочными насаждениями, деревьями, клумбами и многое другое. Работы по устранению проблем в городе будут продолжаться до конца текущего года.